В Ненецком округе отмечается спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, в целом в Нарьян-Маре и поселке Искатели эпидемиологический порог не превышает норму. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Ненецком округе под контролем. Эпидемиологический порог в целом близок к норме. При этом имеется превышение порога в возрастной группе от 7 до 14 лет на 5% и от 15 лет и старше на 35,5%. За весь эпидемиологический период текущего сезона лабораторно на наличие вируса гриппа было исследовано 149 человек. Из них диагностировано 17 случаев гриппа, 9 свиного и 8 гонконгского. Роспотребнадзор в таких случаях держит руку на пульсе. Естественно, прививки, они самое главное, то, что они снижают риск именно осложнений у населения, да, и тяжелых и смертельных случаев на территории Ненецкого автономного округа в период подъема ОРВИ гриппа 2018-2019 год не было. А с 4 апреля по октябрь текущего года в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации пройдет так называемая почищающая иммунизация против кори. Это означает, что все лица, подлежащие вакцинации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем прививок. В соответствии с национальным календарем прививок против кори у нас прививаются дети в возрасте 12 месяцев, затем у них должна быть ревакцинация в возрасте 6-7 лет, также должны быть привиты против кори лица, не болевшие, до этого не привитые, или у которых утеряны данные о прививках до 35 лет, и от 35 до 55 лет у нас прививается декретированный контингент, то есть это медицинские работники, образовательные учреждения, лица, работающие в коммунальных службах, в торговле и так далее. Надо отметить, что на территории Ненецкого округа вирус кори был зарегистрирован последний раз в 1991 году. Однако врачи предупреждают, пренебрегать профилактическими прививками от этого опасного заболевания не стоит. Исходя из эпидемиологической ситуации в целом по России, риск заражения корью остается. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».